10 крупных проектов реализуют в Медеусском районе Алматы. В их числе строительство двух транспортных развязок, крытого легкоатлетического стадиона на 5000 мест, ремонт подземок, модернизация скверов и пешеходных зон. В районе дополнительно откроются 20 частных детсадов и образовательных центров. Кроме того, завершится проект капитального ремонта дворов. Вы знаете, в прошлом году в городе было отремонтировано 465 дворов капитальным ремонтом, из них 120 дворов на сумму 1,7 миллиарда тенге в нашем районе. В этом году мы этот проект продолжаем. Мы заявились на 100 дворов на сумму 1,9 миллиарда. В нашем районе будет реконструировано проспект Назарбаева, пешеходные зоны проспект Абая и еще 7 улиц на сумму более миллиарда тенге, это где-то 13 километров. Это маленькие улицы, в том числе не только центральные, это Алмалыкская, Радлова и так далее, которые требуют ремонта.